общественный совет, для того, чтобы этот совет мог как минимум информировать и просвещать граждан о тех проблемах, что над ними повиснет страшной грозовой тучи. У нас все не так плохо, как во многих других садоводствах. Межевание проведено, все сделано. Но люди могут лишиться собственности, недвижимости, которая у них стоит сегодня многие миллионы рублей. И это есть такой грядущий факт на самом деле. Поэтому мы, посовещавшись, написали меморандум о том, что такое общественный совет при СНТ «Разлив». И этот меморандум очень коротко, на одной страничке, призывает к тому, чтобы все, кто хочет понять, что такое 217-й закон, как действовать в условиях этого закона, то есть он направлен на будущее, присоединились к этому меморандуму. Это всего лишь навсего меморандум. Это не законодательный акт, это не общественная организация. И общественный совет, который создан в СНТ «Разлив» 17 июня, он был создан тоже не так просто. Получен бесценный документ. Он называется «Меморандум об общественном совете СНТ «Разлив». Его подписала Голосова Людмила Даниловна, председатель профсоюза садоводов Российской Федерации. Это очень важный и нужный документ. Я думаю, мы с ним, с этим документом, справимся со всеми нашими проблемами. Благодарю за внимание.